Ну что, выбираем Абрамс. Танк. Кстати, у меня есть деньги, да. Я могу купить еще какой-нибудь другой танк. Ну, сейчас я попробую это выиграть с этим танком. Может, мне денег дадут? И тогда мы реально что-нибудь, ребятушки, с вами приобретем новенькое. Опа, отличное попадание. Ну, легенький, конечно, был. Ракетка легенькая такая. Ух ты, а ты что так близко так подъехал ко мне? Ого. Ну хорошо. Так, что у меня тут есть? А, ну давай такие тройные возьмем. Тройные. Я бы немножко отъехал вот так вот. Во. И вот сюда буду стрелять в тебя. О, а хорошо. Немножко его ранили. Сейчас посмотрим, что он задумал. Что он будет делать? Ага. Ого. Ого-го. Нифига себе, вихрь какой. Ой, что там, радиация у нас, что ли, или что? Так. На тебе. Все, взорвался. Есть, готово, мы уничтожили его. Уничтожили вражеский танк. И нам дали 200 монет. Давайте откроем еще сундук. Я думаю, здесь еще тоже будут монетки. Да, точно. А, нет. Биг бомб. 10 биг бомбов. О, спасибо. А, что же делаем? Ну, давай попробуем танк купить новый. Так, не вот, вот есть за 1000, есть за 2500. Вот я за 2500 хочу, а то и за 3. Но для этого нужно еще поиграть немножко в Абрамсе, с Абрамсом. Ага. Так. Подъедем сейчас поближе. Вот здесь, наверное, встанем. Нормально. И как раз вот так вот мы в него стрельнем. Есть ударчик. Теперь будем смотреть, что он, как он будет стрелять. Мимо. Мы еще ближе сейчас подъедем. Вот, я думаю, вот так вот, отлично. Поехали. Так, ничего, он там его уничтожили, ранили хотя бы. Фиг знает, короче. Ой-ой-ой-ой. Ой, что там происходит? Так, коробочка какая-то. Давайте возьмем. Так, что там было, непонятно. Но мы прям вообще приблизились к нему очень близко. Давай, вот так вот. Стреляем. Во. В принципе, хорошее место. Так, он отъехал назад почему-то. Мимо. Ага. Так, слушай, давай я сюда вот так вот встану. Все, готовься. Слушай. Огонь. О! Да, мы его уничтожили. Даже, ну, небольшое ранение было, но это не так страшно. Так, 200 монет. И мы можем, кстати, отправиться дальше. Так, это мы все скипнем. Давайте приобретем вот этот танк. Так, Буратино. Открыли танк. Давайте поиграем за Буратино теперь. А что у нас? Два Буратино? И то тоже Буратино, что ли? Или как? Ничего понять не могу. Такс. Все. Огонь. О. Ну, слабенький, конечно, выстрел был у нас. Ух ты. Что ты так близко подъезжаешь-то, а? Мимо. А, нифига не мимо. Так, ладно. Вот таким макаром сейчас я тебя буду стрелять. Вот так. Огонь. Да, тоже какой-то слабенький был. Надо мне улучшать ракетки. О, вообще, он вообще в другую сторону стреляет. Так, это что здесь у нас? Не знаю, что-то мы открыли. Огонь! Блин, я больше себя повредил, чем его. Угу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, он меня уничтожил, представляешь? Офигеть. Поехали на такой машинке. И давайте будем аккуратненько ехать, чтобы максимально заработать монеток. Ох ты, давай-давай-давай, стреляй, есть. Лотерейный билетик мы взяли. И сейчас будем
всех вот этих вот зомбачков стрелять. Пока что нормально едем. Так, главное нам не переворачиваться. О, могут сожрать, слушай, могут сожрать. Так, делаем кувырок. Опа, все, чуть-чуть ускорились. Есть, вторая база. А вторая база меня спасает. Уже который раз. Сейчас кувырочек еще сделаем. О, лотереюшка, лотереюшка, иди сюда. Есть. Хорош. Давайте кувырочек сделаем аккуратно. Опа! Нет, плохо, плохо кувыркнулись. Плохо. Надо как-нибудь аккуратнее. О, нормально. Кстати, ребята, пишите комментарии, приветы передавайте свои. Пишите привет, и я вам в следующем ролике передам привет. Обязательно не забывайте. Как бы все, кто писал, всем я передал уже привет. Много-много-много раз. И не в одном ролике. И не в одном ролике. Я много роликов, когда снимаю, я всем передаю привет. Уже очень многим передал. По два раза даже передаю. По три раза. Да кого? Больше. Так что, если хочешь, чтобы я тебе передал привет в следующем ролике, пиши комментарий. Привет! Ну, что-то в этом роде. И пиши, как тебя зовут. Да... Ну и обязательно, конечно же, ты должен поставить лайк этому видео. О, нет, взорвались. Взорвались и нас съели. Ну что ж, съели так съели. 133 мозга получили. $593 у нас. Давайте приобретем энергии. Вот, чтобы больше мы могли ходить. Угу. На большее расстояние. Так. Зомбарики. Мне нужно вас всех пощелкать. Хорошо, хорошо. Зомбари, зомбари. Сейчас я вас... О, ну мы идем быстро достаточно-таки. И щелкаем их нормально. Ой. И энергии у нас достаточно много. Так, зомбари, а ну-ка. А почему я тебя не щелкаю, а? Стоишь здесь. Как можно больше мы... Ребята, нам нужно больше лайков. Ставьте, пожалуйста, на видео лайки. Чтобы нам хорошенечко зомбариков этих всех убивать. О, сколько коробочек, давай. В смысле ты... Почему? Что-то притормозил, что ли? Давай, щелкай. Ой, мы только... Мы даже до середины еще, ребята, с вами не дошли. Представляешь? Все. В гараж идем. Заработали $591. Не, давайте приобретем. Значит, ну, вроде бы не сильно много у нас монеток. Давайте броню. Вот, выносливость. Хорошо. Все, больше денег нету. Ни на что мы не можем потратить. Ага. Так, все нормально. Может быть, мне ускорить меч свой? В следующий раз я буду, ребята, ускорять меч. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, ускоримся. И надо нам еще будет, чтобы быстрее мы ходили. Ну, меч, конечно, это первое очередное улучшение у нас в будущем. Вот такой вот у нас прошечка. И сзади нубик бегает, который хочет остаться в живых. Но он замороженный, и нам приходится его с собой таскать. А куда мы его денем? Это же наш друг. Это наш друг Нубик. Вот, а игрушечка называется Нуб против Про. Не знаю почему. А где у нас там еще? Мы еще за бога с вами, ребята, играли. Мы еще не играли за читера. Но читера, я думаю, тут чувак, который черненький, это как раз читер, которого нам нужно уничтожить будет. Вот, хорошо, мы прошли далеко. Я считаю, достаточно-таки далеко. О, все. Да. $667 у нас. А 980 уже, нифига себе. Что прокачиваем? Конечно же, мы прокачиваем меч. Так, 200 баксов осталось. Ну, давай, пойдем. 200 баксов, в принципе. Нам нужно еще... О, меч стал намного быстрее бить. Сейчас мы тут все расфигачим.
Зомбари, зомбари. Нам нужно больше зомбариков убивать и больше коробочек разбивать. Тогда мы с вами, ребята, вообще будем тут миллионерами. О, как быстро ходит у нас чувачок. Давай, 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 мочим, мочим, мочим всех. Хорошо, что у них нет еще шкалы жизни. А то надо было бы еще за жизнью следить. А так, у нас только, ребята, показания, какие энергия, скорость меча и еще что-то там. Ну и нубик, который у нас, которого мы тащим. Да. Угу, энергия заканчивается. Энергия, энергия, энергия. Потому что тяжело этого нубика тащить с собой. Льдинку вот эту вот. Кусок льда, я бы так сказал бы. О, все, энергия у нас закончилась, ребята. Немножко не дошли до прежнего расстояния. Ладненько, идем в гараж. Давайте, ребята, поступим так. Заберем 10 сундуков. 10. И 10 сундуков мы потом откроем отдельно на видео. Я это сделаю видео специально, чтобы вы видели. Сделаю ссылку обязательно. Так, ну что ж, а мы давайте попробуем вот что. 2 против 2. И выберем мы какой-нибудь Никита. Давайте возьмем Феникса. Почему бы нет? Угу, с Фениксом поиграем. Поехали. Поехали, дружище. А, у нас 2 маленьких танка. Ой-ой-ой-ой-ой, а я Феникс. Я забыл, что я Феникс. Нифига себе, я уничтожил уже танк этот. Так, у меня есть авиаудар. А, поздно, поздно я включу. А, нет, помог. Авиаударчик помог, ребята. Это хорошая вещь. Хорошо, что я этот авиадарчик взял с собой. Давайте дальше. А, тоже Фениксом давайте поиграем. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Поехали, дружище Феникс. Давай-давай. А, с Лукасом играем. Ладно. Так, я здесь встану. И буду здесь Фениксом жарить их. На ракетке получайте. У меня тоже есть ракетки для вас. Опа! Я чей-то ремкомплект взял, прикинь. Чей-то взял ремкомплект. Офигеть. На! Ладно, вот здесь я сейчас стану. Здесь хорошо. Здесь хорошее место. Наверное. Так, уничтожили. О, хорошо, как. Нифига. Победа. Так, а мы собираем сундучки. Да, ребята? Так, давайте еще раз с Фениксом. Фениксом, Фениксом, Фениксом. Кстати, 10 сундуков, ты думаешь, выйдет какой-нибудь интересный танк? Сможем мы его открыть? Какой-нибудь танк новенький. Надеюсь, мы так сможем. Надеюсь, у нас получится. Так, ракетки сразу. Держите. Ох, нифига, какая двойная волна, прикинь меня. Меня аж подбросило. О, дружище мой, а? Ладно, давай. Я сейчас тебя сожгу. Есть, одного сожгли. Так, вот второй. Ой-ой-ой-ой-ой, как он меня щелкнул, а? Как жаль.